хуже Чечни. Это самая страшная война. Вот сейчас идет самая страшная война во всей истории. Победа идет за нами, это 100% мы победим, это 100%, это не обсуждается. Только какой ценой, какой ценой? А что говорят, это вообще... парад, кстати, парад где-то будет? Парад будет. Будет. Будет, и все везде готовится к парадам, все. Но я не пойду нафиг ни на какие, я наоборот их агитирую на парады не ходить. Это ну, по любой что-то будет. Вот их в будние дни вылавливают везде. В будние дни везде вылавливают. А не какие-то парады. У нас ковид шел, блядь, парадов не было, пережили, блядь. А тут такая обстановка, это что, специальная или что? Ну что там говорят сейчас? Ну, когда конец? Да ничего не говорят, я не знаю. Вроде слух ходил, то, что 7 мая уже должны быть все в Буйнакске, 7 мая говорили. Ну, сейчас не знаю. Что это такое? Потому что Путин неофициально, не по телевизору, а вот так в ваших кругах, он отдал приказ, чтобы до 9 мая нахрен все это закончить. Он сказал, если до 9 не закончим, то ядерной хренью их всех спалить, и пусть сдохнут все нахрен. Вот так Путин сказал. У него, чтобы на параде все были. Вот у него цель. Поэтому сейчас вот эти наступления сильные, которые идут у вас там, я так поняла, что сейчас все идут, да, Донецк, Донбасс, вот эта фигня. Это мы чтобы 9 мая. У Ростика ж турнир в субботу. Побудь. Но они вроде как утром уезжают. Здравствуйте. А там вроде утром дорога перекрыта будет. Не знаю, короче, как все это будет. Из-за парада вот эти. Я говорю, блин, у кого, кто на войне, у кого-то парад, блин. Не проводили бы уже, не знаю. Столько силы там будет на этом параде. Короче, ужас, блин. Одни расстройства. Ты что в Белгороде? Когда в Белгороде? 2 села украинцы побили в Белгороде. Даже по новостям уже сказали. И опять это все замялось. И на Киевку лупят, и все на свете. Они идут на вступление, им такая техника прет. Зато парады везде будут. И все. Они сами не рады, что они это затеяли, и это все начали делать. Россияне не рады? Да, конечно, люди все же это говорят. И нас тут сказали, шахта одна закрылась. Алло. Привет, наконец-то. Как твои дела? У тебя все хорошо там? Ебашит нас со всех сторон, вперед-назад двигаемся, никуда толком продвинуться не можем, блядь. Ого, а когда конец? Я не знаю, когда это все закончится, блядь. То к параду, то не к параду, блядь. Сначала вообще, блядь, учение. А теперь опять туда, блядь, двигаются, блядь. Вообще пизда какая-то. А кому он тогда нафиг нужен? Ну, я не знаю, кому он нахуй нужен, блядь. Мы посмотрим, как оно будет, блядь. Дай бог, чтобы просто домой вернуться, хоть к тебе побыстрее. К параду они готовятся, заебали, блядь. Ну, по телеку говорят, что все хорошо у нас. Что все идет по плану. Не знаю, по какому плану оно там, блядь, идет. Ну, это просто пиздец, тут, блядь, происходит. Просто такие, блядь, страшные вещи, блядь. Нас он вчера, блядь, накрыли, нахуй. 2 200 и 6 300, блядь, одним залпом, блядь.